Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, продолжаем WWE 2K17, карьеру за Ацтека. Давайте, друзья, наберем не меньше 500 лайков для следующей серии, а также лучшие комментарии попадут в следующий выпуск. У нас сейчас командный матч. Мы с Финном Беллором против Фанданго и Тайлера Бриза. К сожалению, в карьере WWE нельзя использовать созданный совместный выход с бойцом. Это очень, на самом деле, жалко и расстраивает, потому что выход я сделал весьма-весьма прикольный, но использовать его можно только в быстрых матчах, поэтому выход Финна Беллора, как и наш, будет по отдельности. Я надеюсь, что у нас получится интересная командная игра. И, так сказать, мы будем дополнять друг друга. Второй демон появляется на этом ринге. Финн Беллор. Его партнер. Ну, точнее, наш партнер. Сейчас будет один из моих любимых моментов выхода Финна Беллора. Куртка, конечно, клевая. И вся публика вместе с Финном Беллором скидывает руки вверх. Ну и давайте, друзья, приступать. Наши бойцы уже на ринге. Выходит Тайлер Бриз и Фанданго. И я думаю, друзья, можно приступать. Угу. Первый Тайлер Бриз, да? Ну хорошо. И сразу вот так вот активно пытался нас принять, но не тут-то было. Есть. Хорошо, начинаем. Избиение Тайлера Бриза, но посмотрите, как лихо он выкидывает нас просто за пределы ринга. Говорит, поднимайся, дружок. По многочисленным просьбам я вернул полоску здоровья. Вот так вот, отлично. На! Так, давайте его закинем на ринг. Вместо этого он нас закидывает. Ладно. Давай, дружище, иди сюда. На! Вот так вот, хорошо. На, молотом. Ну что, Тайлер Бриз. Реверсирует Тайлер Бриз. Не успели. А нет, смотрите-ка, все-таки успели среверсировать. Хорошо. Попробуем туда его. Хотел я в угол закинуть. Еще разочек, давай-ка. Попробуем командную работу. Нет, не вышло. Вместо этого Тайлер Бриз нас фигачит лицом в ринг. И пытается передать. Да, надо бы тоже передать. Так. Но пока удержание, попытка. Отлично.
Давайте, давайте, ребята, поддержим. Фина Беллара. Получает он в живот. И теперь в лицо. Да, пока Фанданго и Тайлер Блисс смотрятся весьма неплохо, но... Вот и Финн Бэлор начинает набирать обороты. У нас уже, кстати говоря, сигнатура заряженная, так что... Можно, можно будет ее как-нибудь доиспользовать. Есть! И пробуем удержание. Давай, судья. Раз. Два. Нет, тут даже двух нету. У нас заряженный финишер тем временем. Что, удержание? Еще одно. Лихо Фанданго пытается нас удержать. Да не тут-то было. Ну давай, иди сюда, красавчик. Ух, вот это было жестко. На колено, животом. Еще и болевой по ноге проводит прием. Вот так вот. Нет, нет, снова реверс. Отлично. И можно финишер. Тайлер Блисс, куда ты полез? Иди назад. Судья, отойди, не мешай. Я чуть не ушатал судью. Ух, это, конечно, жестковато было. Раз. Два. Что сделал? Что сделал Финн Бэлор? Ладненько. Ну я ж попал. Я же попал по нему. Скотина. Так, ладно, Финн Бэлор, давай попробуем командную. Нет, не попробуем. Эх, все-таки сбил меня. Да, вроде бы оба избитые, но не сдаются. Отлично. Поднимаем, поднимаем Фанданго и давайте вот сюда в уголок. Отлично. На! Фанданго среверсировал. Надо бы подзавести толпу. Финн Бэлор, молодец. Так. На! Вырубаем Тайлера Бриза. Вот так, здорово. Давай, Тайлер, полетаем немножко. Финн Бэлор, я думаю, справится с Фанданго. Мы нападали немножко Тайлеру Бризу. И удержание. Так, здорово. Вот так вот, хорошо. Но Тайлер Бриз тоже неплох, реверсирует. Что, еще один реверс от Тайлера Бриза? Фанданго вытанцовывает там с Финном Бэлором.
Надо бы успеть, если что, ему на помощь. У Финна Беллора есть сигнатура. Давай, давай, Финн. И если сейчас будет удержание... Судья пока не отсчитывает. Финн Беллор, ну... Ну-ка, вон пошли. Отлично. Финн Беллор, ну давай. Это твой шанс. Есть. Удержание. Нет. Давай, Финн, сделай. Сделай ему сигнатуру. И... Я могу уже вступить на ринг. Отлично. На! С двух ног. Удержание будет? Или пойдешь сразу на финишер? Пошел, пошел, Финн Беллор. О, да, сейчас будет веселуха, ребята. Финн Беллор. На позиции с двух ног. Так, полетели. Давай, вали отсюда. Победа! Вот и первая победа команды демонов. Ух, это было жарковато, ребята. Показывают нам лучшие моменты этого боя, финишер Финна Беллора. И здесь мы еще гарпунчиком влетели в Тайлера Бриза, который с кем-то там болтал. Но наша первая победа. О, да. Друзья, у нас SmackDown, и руководство делает еще один командный бой, но на сей раз 3 на 3. Да, мы с Финном Беллором в одной команде, и с нами еще один боец против команды, по-моему, это Матадоры, если мне не изменяет память. Да, вот наша команда. Это какой-то двойной... Да, Матадоры. Это какой-то двойник Джона Сина, по ходу дела. Ну и сейчас будем смотреть. Получается, как бы двойная команда. Диего и Фернандо и Броди Тайсон вместе с ними. Ух, впечатывает, впечатывает нас сразу же в ринг. Но не тут-то было. Мы сейчас бьемся против Диего, вот так вот лихо. Так, давайте-ка немножко подрихтуем его лицо. Да. Вот так вот. Мы раскидываем сегодня всех. О, да. Ну как там твои друзья? Хорошо. Броди, иди отсюда. Ой-ой-ой, сейчас что-то будет. Не успел я зареверсировать и лицом. Лицом в ринг. Поехали. На. Хорошо, хорошо. Начинаются. Начинаются дикие командные замесы. Вот так вот.
Так, хорошо, Броди Тайсон. Но, по-моему, он не собирается как-то уходить. Оп, один ушел. Второй тоже ушел. Среверсировал? Да, все-таки Броди Тайсон среверсировал. Надо бы и нам среверсировать сейчас. Есть. Вот так, хорошо. Отлично. Вот так. Опа. Диего полетел. Нет, реверсировал. Мы собрали на себя уже толпу, ребята. И сейчас пока не можем реверсировать. Надеюсь... Да, по нам... Пока огонь не идет. Так что можем немножечко отойти. Ух, а там... Уже... Финн Бэлор заряжает вовсю... Своими прыжками... Отлично, и у Финна Беллара есть сигнатура. И как раз сейчас, по всей видимости, он ее использует. Давайте, Финн Беллар, поддержим его всей толпой. О, да. И финишер, давай. Оп, полетели. Ладно, ладно, я ушел. Не нервничайте. Я пока вот здесь столик расчищу. Он может нам сегодня пригодиться. Так, Диего. Тот, что поменьше, понятно. Ой-ой-ой, Финна Беллара-то выкинули. Так, у нас нет реверсов. Это не здорово. Потому что нас там ломают по полной. А Броди Тайсон пошел избивать Финна Беллара. Ну что, матадоры. Я сейчас встану. А вы ляжете оба. Вот так вот. Хорошо, Финн Беллар там выдает жару и удержание. Нет. Финн Беллар полетел. Давай, 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 Финн. Отлично, и еще и своему поддал. Вот так вот, отлично. Не туда, конечно, я полетел немножко, но ладно. Так, надо с матадорами разобраться. Есть, один. Есть второй. На. Молот. Финн Беллар поддает жару. И мы Диего тут прописываем. Но нет, не тут-то было. И Броди Тайсон. Броди Тайсон завалил Финна Беллара. Я надеюсь, что Ланс Хандер поможет ему. И снова Диего реверсирует. Ой-ой-ой, грудь.
с двух ног. Да, перевернули матадоры этот бой. Но Финн Бэлор вроде как не сдается еще. Нам бы подняться. Еще один финишер от Финна Бэлора. Ой-ой-ой. Но победа, победа. Я случайно поддал своему. И Финн Бэлор в этот момент успел сделать удержание. Не помог. Фернандо своим партнером. Ну, много вот таких вот огрехов есть, когда ты летишь вроде бы на финишер, попадаешь в кого-то из своих. Вот здесь вот я просто пролетел и поддал своему вместо удара. Ну, а там уже не успевал матадор, и победа, друзья. Маврик, вот так вот Ланса зовут. Ну что, друзья, я надеюсь, вам понравилось. У нас на следующей неделе будет какой-то пейпервью, так что жду от вас не меньше 500 лайков для следующего выпуска. Всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.